Небывалый интерес к истории Тобольска вызвал решение исторического совета объявить 2022 годом Данилы Чулкова. Тобляки часто спрашивают в библиотеках произведения о создании города. В научной библиотеке Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника востребована книга историка Николая Конькова «Тобольские воеводы конца XVI – начала XVIII веков», изданная Фондом возрождения Тобольска. Она дает интересную информацию о Даниле Чулкове. Он прекрасно разбирался в вопросах фортификации, был автором чертежей и строительной сметы Тобольского острога. Первым всегда труднее в любом деле, тем более в таком управлении. Вдруг Тобольск ставят во главе огромной территории, которая простиралась от Урала до Тихого океана. И Даниле Чулкову, конечно, было очень трудно, наверное, первое время. Нужно было поставить все, и аппарат управленческий, и людей собрать, и как-то, наверное, перспективу развития всей этой деятельности управленческой выстроить. Между тем, на сайте тобольскрешает.рф завершается рейтинговое голосование за место установки скульптурной композиции Даниле Чулкову. До 14 января 2022 года любой желающий может выразить свое мнение. Напомню, что членами исторического совета предложено два варианта. Увековечить основателя города в Нижнем Посаде, на берегу реки Курдюмка и у гостиницы «Сибирь».